Приветствую вас, дорогая церковь, именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня вечером, когда мы с Аллочкой ехали домой, я ей говорю: слушай, мне надо антракт записать. Она говорит: ты лучше карниз повесь, а потом будешь, говорит, антракт записывать. И знаете, получается, наши слова, наша жизнь, наша вера, она должна иметь плоды. И я сегодня уже не вешал карниз, в воскресенье. Перенесли мы это на завтра, но жизнь наша, она должна иметь плоды. И иногда в жизни эти плоды могут быть явными, люди могут их видеть, иногда этих плодов может быть не видно. И на что Бог обращает наше внимание, на что люди, которые находятся возле нас, обращают внимание. И где же, как правильно, молиться, читать, верить и ничего не делать, или же делать, при этом читать и молиться. Одна история, которая не оставила меня равнодушным уже где-то на протяжении 2 или 3 недель, и я хотел бы ей поделиться, это история про Марию и Марфу. История всем нам известная, и история, в которой очень, очень ярко Иисус показал нам, и евангелист Лука, как Бог смотрит на нас. И хотелось бы, вот, чтобы мы с вами прочитали эту историю в двух горизонталях, да? Первая наша горизонталь будет там, где то, что мы с вами видим. Я прочитаю этот отрывок. В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, для тебя нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». И вот то, что мы можем видеть с вами нашими глазами. Марфа, она со своей стороны приняла в свой дом, в котором уже была Мария. Она со своей стороны накрыла стол, она позаботилась о большом угощении, и Иисус сказал ей, что ты заботишься и суетишься о многом. То есть Марфа сделала максимально много, что она могла сделать по отношению к Иисусу Христу. И это было видно. Действия же Марии, они были параллельны этим действиям, которые делала Марфа, но они кардинально отличались. Мария сидела у ног Христа и слушала то, что говорит Иисус. Знаете, и когда Марфа задалась вопросом своей плоскости, плоскости своей деятельности, она сказала Иисусу: «Слушай, Иисус, посмотри, ну, чем моя сестра Мария занимается». И Иисус показал вторую сторону, которую мы с вами не видим. Вот это первая плоскость, о которой я говорил, Иисус переводит во вторую плоскость, вот сюда, и говорит ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая у нее не отнимется». Другими словами, Иисус говорит: слушай, Марфа, ты многое делаешь, о многом заботишься, но это все отнимется у тебя, это все пройдет. Это все останется в прошлом, и оно не будет иметь никакой силы. Ту часть, которую сегодня выбрала Мария, она слушает меня, она ищет вопросы или получает ответы для своей души, для своего сердца. И когда меня не будет здесь, где-то в жизни Марии будут какие-то возникать ситуации, то у Марии будет сила противостать этому. Ту силу, которую она сегодня получила у меня, делая угодное перед моим лицом. Это эпизодическая ситуация, которая была в жизни Марфы и Марии. Она нам не говорит о том, что Марфа грешница, а Мария святой человек. Мы знаем, что эти обе женщины, они верили в Иисуса Христа, они служили Ему до конца, и они были там, где мужчины побоялись быть. Но вот в данный момент этой жизни, своей жизни, Марфа немножко осуетилась. И Иисус, любя ее, вернул в ту плоскость, где она должна быть. Истинное место каждого из нас – это у ног Иисуса Христа. При этом однозначно мы не можем всю жизнь быть Мариями, слушать Христа, находиться возле Него. Время от времени надо вешать карнизы. Время от времени надо сделать чай, помыть пол, сходить в магазин. Время от времени нам надо слушать друг друга и служить друг другу. И это жизнь в Иисусе Христе. Дорогая церковь, пусть вот то многое, что должно быть в нашей жизни,
то много о чем мы можем заботиться, пусть оно будет, но пусть оно будет на втором плане. Пусть на первом плане всегда будет Иисус, всегда будут отношения с Ним, всегда будет жажда по Нем. Пусть никогда вот это многое не затмит то угодное и важное и цельное, и что имеет силу, это живые отношения с Иисусом Христом. Пусть Бог нас благословит быть и Марфами, и Мариями, но всегда искать угодного перед лицом Иисуса Христа, а именно Его. Аминь.